Всем привет! С вами Кристина и Андрей. И сегодня мы с вами начинаем наш вредный ужин. Вообще, я толком не поняла, что мы будем сегодня с тобой делать. Ну смотри, мы сделаем заказ в одном из заведений нашего города, который нам доставят на дом. Будем пробовать его и оценивать, насколько он соответствует заявленному качеству в меню, насколько он вкусен и насколько качественный сервис в заведении, в котором мы закажем. Сегодня мы будем с тобой очень много есть. Ты готова к этому? Ну, как тебе сказать? Попробуем заказать где-нибудь и выберем меню. Я думаю, сегодня вроде пятница, а по пятницам можно кушать. Ну давай, я хочу. Давай поскорее кушать. Давай. Ну теперь можно и заказывать. Да. А что ты хочешь? Блин, я не знаю. От пиццы, конечно же, немножко тошнит, но... Это заказывают все, поэтому, я думаю, это будет интересно людям. Ну да, давай. Я думаю, вот заведение Румянцев нам сегодня поможет в этом. Это даже целая сеть. Отзывы я уже прочитал. Здесь очень вкусная пицца, сытная, привезли теплые. Проверим, настоящие ли это отзывы, или заведение просит своих знакомых написать эти отзывы. Сейчас мы узнаем правду. А ты что будешь? Не знаю, чем вкусно. Ну, тут есть роллы, салат. Давай роллы. Давай роллы, салат. Окей, тогда я буду пиццу. Давай, какую? Лесная, Балтийский берег. Очень странно, что у них нет описания к пицце, потому что тут нарисовано, но всего-то ведь не разглядеть. Советую вам добавить описание блюд. Пицца Болоньезе. О, пиццу сделай сам. Типа тебе привозят тесто, ты накладываешь. Такой холодильник. Доставщик просто бросает себе кусок теста и такой. Давай. Садится и наблюдает за твои деньги. Пицца морская, пицца ассорти. Вот пицца ассорти, в принципе. Давай, пицца. Должно быть всего там понемногу, по сути. 765 грамм. Кидаем его. Ты будешь салат, да? Давай, да. А, ролл, да, сказал. Роллы. Симпатичные роли для симпатичной девочки. Ничего не жарко. Дофига. Ну давай. Ролл сливочный с лососем. Выход 180 грамм. 108 грамм. Мы проверим, у нас есть весы. И салат. Я думаю, Цезарь. Цезарь? Ну, банальщина. Сегодня будем стандартными. Может, селёдка под водку тут есть? Ну, надо будет водку тогда. Может, типа за здоровый образ жизни. Да. Получается, у нас сумма 1007 рублей, доставка бесплатная. Сейчас мы оформляем заказ. И сейчас посмотрим, насколько быстро перезвонит нам курьер, как он будет с нами общаться. Вы все услышите тоже вместе с нами. Да, и насколько быстро все нам привезут. Да. Алло. Здравствуйте. Хотели бы вы заказ онлайн оплатили? Да. Все, хорошо, заказ. А сколько ждать? В течение часа. Спасибо большое. Сумма заказа у нас получилась 1007 рублей. А пицца ассорти 765 грамм 549 рублей. Ролл с сливочным лососем 180 грамм 249 рублей. Салат «Цезарь» 250 грамм 209 рублей. Что ж, ждем. Курьер позвонил и сказал, что ждать нам целый час. И вот я и говорю, значит, пойдем со мной на свидание. Она мне говорит, нет, типа, у меня есть парень. Я говорю, а парень-то не стенка подпинется, я-то настоящий мужчина. Чё? Ты чё, меня не слышишь, что ли? Нет, вообще-то. Нормально, я тебе вообще-то тут рассказываю. А пока мы ждем доставщика с нашей едой, я включу Кристине очень громкую рок-музыку. Это будет группа «Аматори. Инстинкт обреченных». Посмотрим, выдержат ее перепонки или нет. Кристина должна будет угадать или понять, что я ей пытаюсь сказать, сидя в наушниках. Ты готова? Всегда. Рок-н-ролл! Даже я слышу. Я люблю брокколи. Ты любишь море. Да. И пляж.
Перемяшь? У меня? У тебя? Классная? Сосиски? Да классная сосиска. У меня? У тебя? Большой? Большой? У тебя? У тебя? Большие? Большие? Дыни. Дыни. Ся? Дыни. Си? Дыни. Сиськи? Большой? Большой? Эчпачмак. Эчпачмак! Я поняла! Давай меняться. Я готов. Андрей, привет. Привет. Как дела? Я... Что? Я... Ты... Хочу... Хочешь... Твою... Ватрушку? Ватрушку! Я... Ты... Хочу... Можешь? Хочу... Хочу... Хочешь? Твою... Мою... Сосиску! Мою сосиску? Да! Чуть-чуть. У него чуть-чуть только. Вообще чуть-чуть. Вообще чуть-чуть? Вообще чуть-чуть. Что? Да, все, ладно, что ты не понимаешь. Все, не понимаешь? Не понимаешь меня. Мы друг друга не понимаем. Всегда. Весело вообще было? Короче, курьер никак не может доехать до нас. В принципе, приехал он довольно-таки быстро, только почему-то не дозвонился. Потом позвонил оператор, сказал, у него нет денег, вам позвонить. Спуститесь, пожалуйста, вниз, он не может попасть в подъезд, хотя домофон у нас работает, вообще все как бы в порядке. Здравствуйте. Вы ко мне, наверное. Не знаю, почему не дозвонились. Так я стучался в дверь. Я вот мой домофон звонил. Тут мне звонили. Что, стоп, всегда держит? А выше сосед у вас? Да? Да, мы же к кому уже. 151. Так и живем. Несу часам. Тут чек. Тут еда. Ну что, вот и доехал до нас курьер. К сожалению, как-то это странно было, но довольно-таки быстро. Очень быстро. Да, мы думали, что кто-то другой даже к нам звонит. Так, сейчас заходим и смотрим, сколько должен весить салат. Салат у нас должен весить 250 грамм. Ну, учитывая еще вес. Да, еще тара. Салат весит 281. То есть это много, да? То есть даже больше. Выше заявленной нормы, но... Это хорошо. Сейчас посмотрим, какой он на вкус. 209 рублей он стоит. Давай дальше. Давай дальше, да. Еще нам дали в подарок вот такую вот булочку. Я не знаю, она должна вообще с цезарем идти? Едят с цезарем? Типа, я не знаю, как это комментировать. Закажи 1000 рублей, получи булочку. Да, только булочку. Она еще горячая. Приборов нет. Приборов нет. Даже палочек нет? Нет, палочки есть все-таки. А, ну, оно, короче, пиццу руками, салат руками. Кристина выкладывает роллы на салфеточку, потому что, ну... Тут, да, тут еще и... Как это называется? Наги чего-то там. В общем, соус... Соуса. Васаби и да. Имбирь. Так, ну... 219, а написано у нас... 250, да? Да. Роллы... Нет. Роллы сливочные с лососем, 180 грамм. Ага. А весят они 219. То есть заведение даже докладывает. Но даже мы, больше. Да, еще должны разобраться, чего именно они докладывают. Может быть, они докладывают вот зеленого лука больше всего. А вот рыбы я смотрю там, вот в этом, посмотри, вот на этот. Вот, вот на этот. Ну, тут рыбы прям, ну, вот, ну, я не знаю, ну, грамм 5. Меньше, наверное. Не, ну, вообще, в принципе, ну, роллы нормальные. Бывают и похуже. Да. И даже на внешний вид. Давай посмотрим они тогда. Они даже очень симпатичные. Давай посмотрим на пиццу. Сейчас мы переложили... Пиццу в тарелочку. Тарелочку мы сбросили, как тару. И смотрим, сколько она весит. Весит она у нас... Сейчас остановиться надо. 668 грамм. А заявленных у нас в пицце, по-моему, куда больше. По-моему, они нам доложили туда, но не доложили сюда. Казать, и потом выходило. 765.
не доложили нам, ну, 100 грамм не доложили. Но я думаю, они тут не доложили, скорее всего, вот чего-нибудь колбасного. Чего-нибудь колбасного. Да, в целом, я думаю, выглядит все не так уж и плохо. Ну, просто я не понимаю, почему ассорти. Да, кстати, здесь. Да, почему ассорти. Просто тут ничего я вот это вижу. Ничего из ассорти здесь нету. Да, так-то ты права. Обычная мясная... С огурчиками. Ну, я уже вижу, что тут какое-то тонкое тесто слишком. Вот эти концы, это прям, ну, вот они жесткие, их как бы вообще никогда не съешь. Вот здесь они уже прям подпаленные и очень твердые. Я не знаю, как их есть. Сейчас посмотрим. Сейчас будем пробовать, как это все на вкус. А, приборов нам не положили. Как бы, ну, понятно, что пиццу можно есть руками, но вот салат руками ты не поешь. Да и палочками тоже. Я пошел за вилками. В смысле? Я на 5 минут только отошел. Меня подождать нельзя было. Вообще-то едят, начинают есть салатов. Я просто попробовать. Полкуска. Просто попробовать. И какие у тебя комментарии? Давай попробуем салат. Давай. Себе. Пилочка. Давай. И мне пилочка. Я вот не ем укроп. Ладно, я его съем. Ну, хочешь полезно зато? Не, я вообще не люблю абсолютно эту траву, вообще не ем. Но нектара неудобная, как вываливать. Вроде неплохо. Вот для меня в Цезаре именно соус главное. Мне кажется, вот в Цезаре готовят плохо соус чаще всего. Ну давай. Ну ты давай пробуй первое. Если ты начнешь биться вот так вот в истерике, то я уже не стану есть. Буду дальше без тебя шоу вести. Чесночком пахнет, да, как будто? У меня должен присутствовать чеснок. Да? Так, я возьму помидорку, курицу. Вообще? Сыр. Очень неплохо. По-моему. По-моему, соус то, что надо. Доставай роллы. Ну, я рол роллы. Этого, кстати, вот много, в принципе, как он называется, ты забыла? Имбирь. Имбиря много, и вот этого тоже. Забываю, я все время забываю васаби. Васаби, я помню, оно мне напоминает еще из фильма этого. Про именно этот васаби. Да, вот. Вот он мне и напоминает. Вот это чаще всего вот это происходит, потом так, пух, и это все на столе. О, да ты... Ювелир? Ювелир? Ну что, я первая? Давай. Попробуем. Замечательно. Я вообще вилкой есть буду. Я не умею держать, я всегда не открываю палочки, только... Чётко? Вообще. Да, не чувствую. Ой, не слышу тут. Ну да. Они даже чуть-чуть теплые. Угу. Они вообще холодными должны быть, по-моему, да? Мне нравится, не теплые. Но есть же и теплые суши. Мне нравится, что они такие нежные прям, да? Угу. Я очень удивлена, честно говоря. Угу. Я никогда не слышала про это заведение. Я тоже никогда не слышала. Вообще никогда не слышала. Я всегда заказывала других. Угу. Но очень вкусно, правда? Давай. Она, конечно, уже немножко подостыла, но я думаю, оценить мы сможем. Вот единственное, что мне не нравится, у них нет описания. Да, это плохо. И если бы я знал, что есть здесь соленые вот эти огурчики, так они выглядят, это я, кто не в курсе, я бы не стал заказывать эти, потому что сидеть выбирать, я вот не очень люблю соленые огурцы. Стал. У меня тут прям вот лук. Угу. Вот какой. Я тоже не люблю. Я прям его чувствую. О, у меня прям во рту все горит. Очень сильно, да. Да это белое, что? Вот это что ли, зелененькое? Это, я забыла, как называется. Она же просто ассорти. Почему она горит так? Надо острый было ее назвать. Горячее, острое ассорти. Ну да, кстати. Я просто вообще не очень люблю острое. Оф. Я, короче, объелась. Вообще объелась. Что, может быть, сейчас выпуск закончится и... Пойдем. Боюсь, что с набитым животом. Мне даже дышать тяжело.
ладно, пусть переварится. Ну, давай дадим оценку заведению Румянцев. Как ты оценишь первое блюдо? Это был салат Цезарь. Цезарь. Да. Цезарь, честно, был очень вкусный. И по граммам вполне соответствовало заявленной норме. И курицы было много, и соус был очень вкусный. В целом, с салатом мы довольны. Я с тобой полностью согласен. Салат был отличный, он был нежным. Обычно, когда его приносят, здесь они сделали правильно, что положили вот эти гренки именно вниз. Пока они ехали, они немного размокли, а в некоторых заведениях подают, и они такие ужасные, что ты ужасно твердые, что ты царапаешь себе нёбо просто все. В этот раз все было в порядке. Второе блюдо, роллы, я думаю, вообще не нуждаются в обсуждениях. Да, роллы были очень... Они были по граммам. Мстительные. Да, и очень нежные, и рыбы там в целом потом хватало, как я уже посмотрел позже. И этих, опять забыл, да, вдобавок этих, короче, тоже было. Басами, да. И соус-то какой там идет? Соевый. Да, вот этот соевый соус, все было. Все было отлично. Конечно, единственное, что нас разочаровало, это пицца. Да. Пиццу мы бы хотели, конечно, во-первых, это чтобы у пиццы было описание. Обязательно. Да не только у пиццы, и вообще у всех блюд. Я не помню. Вот у салата было описание? Нет, даже у салатов не было. Вот. Значит, у пиццы описания не было, и на ассорти была не похожа на 100 грамм. Она обманывала нас. Вот. И еще она была очень горькой, я просто, очень острый, и очень много лука, и лук был порезан слишком большими ломтиками, и это тоже не очень приятно, когда ты прям вот так зубом. Вот, собственно, и общее впечатление по 10-бальной шкале. Единственный плюс в пицце, то, что она была ровно нарезана. Иногда режут пиццу, очень бывает криво, один кусок большой, другой маленький. А здесь было очень все ровненько даже. Единственный плюс. Общее впечатление. Общее впечатление. Учитывая то, что я никогда не слышала до этого об этом заведении, я довольна. В целом. То есть ты довольна? Нет, ну... Да нет. Если брать, у нас было 3 блюда, двумя блюдами я довольна, одним не совсем. Может быть, выпусков через 5 мы снова закажем там схожие блюда, и тогда мы узнаем, всегда ли хорошее заведение или доставляет. Или сегодня просто хороший день. Да, сегодня просто настроение было хорошего повара, или на самом деле заведение всегда делает классно, и заведение всегда делает классно. Подписывайтесь на канал, и тогда Кристина превратится в ковбойшу. Нажимай. Жми. Подписался? Давай. Тут музыка должна быть, тихий койот такой. Что ж, мы уходим в закат. Следующий выпуск будет уже, думаю, скоро. Так что ждем ваших комментариев. Нам интересно, да? Всем пока! Пока!